Индукционный ток в контуре возникает даже тогда, когда в магнитном поле движется лишь небольшая его часть. Вот весь провод, вот этот участок я буду перемещать в магнитном поле этого постоянного магнита. Следите за стрелкой. Ну и, естественно, чем быстрее я буду это делать, тем больше будет отклонение, если медленно вносить в поле и выносить из поля. Стрелка практически не реагирует. А так реагирует.